Привет, друзья! Решил сделать обзорчик на вот такой второй свой карманный Moleskine. Moleskine, не знаю. Пользовал я его очень долго, с зажимами. В общем, серьезно, поцарапал основательно. Но какие же они, заразы, живучие. Где он только не был, как он только не валялся, таскал я его везде, в карманах, сумках. Но он живой, понимаете? Он живой. То есть его можно фотографировать, зажимать зажимами и прочее, 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 и с ним ничего не случается. То есть у него не рвутся страницы, несмотря на то, что бумага очень тонкая. Он живой. Вот за это, конечно, я его люблю. Не то, чтобы я безбашенный прям фанат, но могу сказать, что, наверное, своих там, сколько он, 900 рублей стоит. Я его покупал за 700, правда. Вот это вот мне абсолютно не нужно. Но качество здорово. Рисую через разворот и склеивая страницы, получаешь такую вот постоянную штуковину. В общем, нравится. Давайте я быстренько его пролистаю. Начинал я его, как обычно, где-то в центре, но листать буду подряд. Это вид из окна на Курской. Такой кусочек во внешний мир. Какие-то непонятные ретро-предметы. Это тоже на Курской. Очень понравилось сочетание бежевого и голубого для рисования архитектуры. Прям здорово, прям нравится. Это, по-моему, это брашпен. Это не перьевая ручка, да, это брашпен. Это тоже брашпен. На весу, с натуры, весна, улица Воронцова, поле. Это там же. Институт мозга на переулке Обуха. А это уже перьевая ручка. Да, это перьевая ручка Дюк. И который, кстати говоря, позволяет делать... Или я что-то не понимаю? Да, позволяет делать вот такие тонкие штрихи, если делать резкие движения. Честно говоря, я на это не обратил внимания сразу. Или я что-то не понимаю? Или это я брашпеном дорисовывал? Странно. Нет, это Дюк. Надо попробовать будет. Здорово. Какая-то старая радиолка, магнитолка. Вот иногда я делаю наброски, прям наброски. То есть вот это я ехал в электричке, абсолютно не собирался никого рисовать, просто увидел женщину, сидящую напротив, освещенную. У нее было такое очень характерные черты лица, свет. Я просто моментально достал все, что нужно, и ее нарисовал. Это я рисовал буквально 5 минут. Прям 5 минутка. Это такой перерывчик в работе. Вышел во двор, нарисовал. Вот это, очень мне понравился вот этот вот эффект. Вот эта штриховка редкая причем и длинная. Классно получается. Супер. Это там же во дворе на работе. Если кто не понял, это подвальное окно. Я не знаю, вентиляционное отверстие в подвал. У нас их закрыли вот такими железяками. Куда, кстати говоря, недавно грохнулся кусок лепнины. Хорошо, никого не убил. 8 марта. 8 марта. Это один из моих любимых скетчей. Я рисовал из машины после того, как отвез ребенка в школу. Это тоже один из моих любимых скетчей. Кстати говоря, набравший огромное количество лайков в Инстаграме. Вот порой не поймешь, что людям нравится. Я, честно говоря, не понимаю, почему этот скетч нравится. Возможно, ощущение зимы передано, не знаю, но он нравится. Веточка тополя вместо перекура во дворе. Это тоже 5-минутка, стоя на платформе. Прям очень быстро.
Раньше у нас на станции была сортировочная, а сейчас там сортируют контейнеры. Вместо вагонов целые склады контейнеров. И какая-то новостройка на заднем плане, которая сейчас, кстати говоря, уже достроена. Это, собственно говоря, с предыдущего скетчбука я сделал так называемый ремикс маркерами. Понравился сюжет, я решил его раскрасить и просто перерисовал в эту книжицу. По-моему, с натуры. Младший играл в шахматы, и как-то я это нарисовал. Тоже быстрые пятиминутки. Пятиминутки организовать очень просто. Когда вы ждете общественный транспорт, и у вас есть 5 минут, пока придет электричка. 5-7 минут. 3 минуты иногда. Ну, 3 я обычно не начинаю, а вот 5-7 – это прям идеальное время, чтобы что-то нарисовать. Это ожидание в сервисе, но, тем не менее, тоже зарисовка недолгая. Это какие-то предметы дома. Если это Дюк и это, то вот это Сейлор. Сейлор Фьюд де Манен. Толщина штриха. Чувствуете, да, насколько разница велика? То есть это Дюк, а это Сейлор. И это Сейлор. Не умею рисовать машины, к сожалению. Это из окошечка. Помню давным-давно, когда я учился в художественной школе, я рисовал этот сюжет, решил повторить. Очень быстро нарисованная штука. Очень быстро. Прям буквально на работе на Курской. Зарисовки экшн-камеры. Тоже очень любимый мною скетч. Пришел, увидел, победил, называется. То есть увидел, понравилось, я достал и нарисовал вот ровно то, что я увидел. Прям класс. Девушка, сидящая в электричке. Дворик на Курской. Это что-то такое, составленное из предметов на работе. Это, кстати, акварель. Это акварель. И, в принципе, Moleskine, если сильно над ним не издеваться, 70-граммовый, в общем-то, можно сказать, ее держит. Вот здесь видно, ее покоробило немножко, но в целом волны нету. То есть она короткими площадями вполне себе держит небольшие пятна заливок. Тут какая-то почеботика. Это тоже из окошка на работе. Попытка ремикса, но уже с мужиком. Ну, это ерунда, конечно. Очень страшная история, произошедшая со мной. Впервые я ощутил, что такое глазная мигрень. Причем, придя на медкомиссию по замене прав. Не знаю, что это было, но это была катастрофа. Но, тем не менее, чтобы войти как-то в нормальное состояние, я подумал, что расслабиться я смогу, что-то порисовав. Нарисовал какую-то китаянку, которая сидела тоже менять права. Это весна. Опять родной мусульмаш. Это с карандашом, признаюсь честно. Я делаю это редко, но когда мне надо нарисовать то, что я не очень хорошо себе представляю композиционно, я пытаюсь наметить карандашиком, чтобы уж совсем не запороть разворот. Хотя это, конечно, нечестно. Надо рисовать, пороть развороты за разворотом. И просто их склеивать. Но с точки зрения готовой работы, конечно, так удобней. Не то, чтобы здесь подробная прорисовка была, просто я наметил какие-то контуры основные. Это, конечно, не намечал. Это все как пошло из головы, сеточка. Это было очень давно, 2018 год. Очень люблю эту зарисовку. Это тоже ремикс. Я, помнится, как-то выкладывал коротенький ролик. Просто по готовому нарисовал то же самое. Показать, когда я снимал обзор по ручкам, просто показать, как рисует Дюк. Ну, это что-то такое неудачное. Рисуем, что хотим, и все подряд.
Как-то я пытался нарисовать альпаку по просьбе одного товарища. Не только альпаку. Это из головы. Хотя кто-то определил это как определенную... Определил определенную. В общем, кто-то назвал это маркой тепловоза. Хотя рисовал я из головы и, честно говоря, сомневаюсь, что попал. Ну, не знаю, человеку показалось, что похоже. Это из головы просто вечерком что-то такое. Кошмар. Оказывается, скетчбук не закончен. Деревца на Курской, которые посадили вдоль Садового кольца, липки. Все они прижились, по крайней мере, в зоне моего офиса. Разворотик-то не закончен. Такой экстравагантный молодой человек с электрическим самокатом. Этот сюжет я хотел нарисовать очень давно. Это часть северо-восточной хорды, эстакада над платформой Мусельмаш, Останкинская башня. Очень крутой ракурс. Ходил-ходил вдоль него и наконец-то все-таки остановился. Ну так, на руках по-быстрому. Вот, ну, собственно говоря, и все. Какие-то почеркушки. Эту лисенка я все-таки вырезал. Правда, он получился не очень похож. И рыбу, кстати говоря, вырезал из дерева. Ну, это прям реально скетчи. Вот. Это манекены. Пентелевские брашпены. Ну и все. Ну, по первости я делал такие выкраски, чтобы понимать, как маркер выглядит на бумаге Moleskine. Вот, потом забил на это болт, потому как... Да какая разница, в конце концов, как это выглядит? Это же скетчи. В общем, не заморачивайтесь, больше рисуйте и не жалейте скетчбуки. Всем пока, спасибо за внимание. До встречи.